Йо, народ, это снова я, Тайфун Бруклин, и моя новая обучающая рубрика «100 полезных советов». Специально для паблика «Энциклопедия саморазвития для танцора». Номер 26. Делайте 300%. Очень часто такое бывает, что мы на тренировках, не очень сильно выкладываемся. Мы делаем что-то по накатке, тренируемся, даже немного потеем. Вот. А потом на выступлении хлоп, и что-то как-то не выходит. Почему? Потому что, по моему личному наблюдению, на выступлении, на батле, на фестивале, на конкурсе и тому подобное, получается всегда не более 30% от реальных возможностей. Почему? Накладывается волнение, неуверенность в себе, стресс, усталость, переживания, паника даже у некоторых может быть. Это все связано с тем, что мы понимаем, что нас оценивают, нас смотрят. И не просто так смотрят, а делают какие-то выводы, очень часто отсеивают, там выгоняют, в следующий тур не берут или там ставят плохое место и так далее. Это уже не тот танец, который ты на пати себе там в удовольствие двигаешься и тебе по барабану. Ну, в общем-то, конечно, нас все время оценивают, но от этого так уж стремительно, очень важно, не зависит как бы фундаментально наша там дальнейшая какая-то судьба, если нас на пати не оценили. А вот на фестивале, например, если нас плохо оценят, то мы можем, да, там многие могут расстроиться, разочароваться в танцах и так далее. Вот. И что я могу сказать на этот счет, переживания в данном случае работают против нас. Вот. Как бы из тех синдромов, которые я часто наблюдал, кроме стеснения и все такое, физически это выглядит таким образом. Амплитуда уменьшается, а хотя тебе внутри, в голове кажется, что ты делаешь нормально все, но в реале это выглядит вот так. Вот, это все сковано. Поэтому на выступлении нужно стараться делать сильнее, чем тебе кажется, что ты делаешь. Еще жестче, еще сильнее. И тогда это будет нормально, потому что восприятие меняется, да? Вот. И поэтому на тренировке надо стараться больше, так как это все взаимосвязано, друзья мои. Дело в том, что когда человек находится под воздействием стресса, то у него, как правило, хорошо получается лишь только то, что хорошо наработано. То, что, да, мартышкин труд выполнен, мышечная память есть, вот это и хорошо получается. То, что там свежее, сырое, ну, не стоит показывать, даже если показывать, оно выглядит бредово, потому что оно недоработано. Вот, поэтому нужно хорошенько отрабатывать и на тренировках, вот суть, на тренировках выжимать из себя 300%. Таким образом, треть от этого будет 100. И тогда вы сможете показать намного больше, чем в другом случае. Понимаете?